Полметра. Ни одна бабка торгала под наместом центра. Оля, иди сюда, хорошо, я хочу, я говорю, давайте поговорим спокойно. Вот там под навесом есть навес, есть стол. Вы у них аренду берете за это, а у нас какие условия? Оля, вы же меряете, я к вам. Мы с вами долго будем запрещать, я хочу с вами иметь дело. Ну, кого вы представляете? Они проводят анализ, они собирают банки, вы претензии предъявляем, вы скажите ей, это люди вот недовольны, потому что там на весь стол специальный от рынка, у нас ничего, это мое. Крыши нету, и оплата больше, чем там. А вы думаете, что дальше, где логика? Я туда перенесу, где логика тогда? Женщина, почему? 30. Вот где логика, я не могу понять. Нет, просто должны собрать нам обидки. Не будет вопроса, Алена. Мы вам говорим, что... Давайте я скажу, что вы не переживаете. Сегодня имеют данные. Что сегодня занимаете вы? Занимает ваше полство, занимает ваше такое пусто. Если вы где-то меряют, даете данные. Дальше делать анализ, пересчитывать и так далее. Во время анализа надо учитывать наше мнение. Вы не учитываете? Оценку на метр сегодня можно учитывать? Я не могу сказать, потому что... Вы не знаете? Давайте ставим. Мы смотрим разные налоги на этой территории. Где находится, допустим, капитальный строение. Хорошо. Но на сегодняшний день, Сегодня мы будем платить каждого квадратного метра. И наше мнение... Но на сегодняшний день сколько квадратных стоит? Не гектаров с лишним. Не важно. Ну а сколько стоит? Один квадратный метр сколько стоит? Вам еще не поставили расценку. А как до сих пор мы работали? Без расценки. Вы платите налога. Какая расценка на сегодняшний день? Сегодня расценка. Вы платили 20 лей с выхода. Метр квадратный сколько стоит? 20 лей по выходу. До сих пор. Правильно? Правильно. Вы хотели заключить это? На год, да. Вы с нами заключали? На вагон. Что, стоп, подождите, стоп. Договор заключен. Торговая площадь обозначена? Что, подождите. Вот эта торговая площадь выписана? Нет, вы видите, все договора же расторгли. Как это расторгли? На конце года. У нас договор. Говорит, что яд не выезжает. Вот это договор у вас подписано. А это что? Хорошо, люди приходят все торговать, они все договорят. Да. Там на крыше есть условия. Я знаю вас, 10 человек или 30, я вас говорю. Соберите нас и поговорите. Я объясните просто, чтобы мы знали. Там на улице хуры убивают. И вы будете вот так плохо смотреть на нас? Пусть выделяет площадь отдельно для торговли. Да, площадь именно стоит. На свой рынок. Собирайте деньги потом. Торговая площадь, вот именно вот этот стул. Да, там будем платить за Марию. Каждый день тебе зарплата. Я сегодня еще раз говорю, мерю площади, на которой находятся ваши машины, ваши столы и так далее. То есть, Я сегодня даю еще данные дальше. Он сказал, что вы прямо пострадаете на службе, тогда он сказал, что... Вот что. Не хотите нас слушать. Я меряю территорию, которую занимаете вы. Она у вас Мы платим по выходу, для мы уже занесли цену. А вы за что занимаете, да? За это вы договор сделали. Нет, у нас есть договор. А за это вот у вас договор стоит на чем? Что, допустим, сегодня у вас сколько жутко, допустим, да? У них руководитель поменялся, они закону поменяли. В любом магазине есть торговая площадь. Поэтому, тогда не берите сейчас, мы завтра отодвинемся вот так.
Сегодня дают данные, которые у вас есть на сегодняшний момент. Потом вас забираем, мы в один момент, после того, когда я даю данные, какие у вас есть. После этого все дружненько собираемся и определяемся. Нет, Алена, ты не права. Расценка должна вам нам сказать, какая расценка идет за один квадрат. Что мы знали, как нам расценить. Этот человек вам не могла. Нет, вы не правы.